Поехали. Расскажу я вам про цены, те, что выросли у нас. Может, ложь, а может, правда? А может, цены в самый раз? Купить сосиску, я их с детства полюбил. Но цена была отнюдь, отнюдь не низкой, я сосисок не купил. А еще бы макаронов, ну хотя бы полкило. Но за те полкило просят, как за тонну, огроменное бабло. Дорогая еда, всему виной мясо, овощи и фрукты. Экономит народ, тратит меньше на продукты. Дорогая еда, дорогая еда, дорогая еда, дорогая. Вкусной сладостью манила. Дорогая еда. Еда, дорогая еда, дорогая. Только денег не хватило. Дорогая еда. И решили россияне, раз кругом такая жесть, позабыть про мясо, масло и колбасы. Есть крупу, крупу лишь есть. Пища наша – это каша. Обойдемся и крупой. Так решил народ, решил единогласно. И ушел в запой. Дорогая еда, всему виной мясо, овощи, фрукты. Экономит народ, тратит меньше на продукты. Дорогая еда, дорогая еда, дорогая. Вкусной сладостью манила. Дорогая еда, дорогая еда, еда. Дорогая еда, дорогая. Только денег не хватило. Ha 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 ha!